Наплыв желающих сдать экзамен на получение водительских прав чрезвычайно высок. Ждать очереди на проверку теоретических и практических знаний курсантам приходится в среднем около 2 месяцев. Агентство госуслуг планирует этот процесс модернизировать и упростить. В автошколах признают, что легче слетать на Луну, чем записаться на экзамен. Говорят, это побочный эффект пандемии, который тянется еще с середины 2020 года. Многие структуры государственные не работали порядка 2 месяцев, то есть экзамены не проводились, образовалась, скажем так, внушительная очередь. И сегодня агентство государственных услуг, а именно МРЭО, занимается тем, что эта очередь, эта волна цунами, они ее пытаются несколько снизить, сгладить и эту очередь ликвидировать. Записаться на экзамен даже технически непросто. Стоит упустить малейшую деталь, и программирование отменено. Не сидят без дела и мошенники, обещающие записать студента на следующий же день, в среднем за 800 леев. Появились некоторые доброжелатели, которые оказывали услуги по внедрению в очередь, могли якобы за определенную мзду помочь записаться быстро на экзамен. И, конечно, таких злоупотребителей становилось все больше и больше. Сейчас правоохранительные органы, насколько я знаю, занимаются этим вопросом. Сокращению очередей будет способствовать и увеличение числа экзаменационных центров. Их было 8, потом 9, 10. Сегодня, насколько мы знаем, 11 экзаменационных центров действуют по всей территории Республики Молдова. Насколько это оптимально, над этим вопросом агентство постоянно работает. Ну, допустим, в прошлом году вот Сороки открыли, да, и как бы дополняют потихоньку, потому что наплыв действительно большой. В прошлом году на экзамены в МРЭО записались почти 60 тысяч человек, а число попыток сдать экзамен превысило 200 тысяч. С первой попытки экзамен сдал всего 21% кандидатов, со второй – 23%.